Новый патч, новая техника. Финский БТ-42 с гаубицей в огромной рубке. Фугасы на картонку, мулина что потяжелее. Итальянцы там со своими средними танками тяжело берутся. Можно даже Шермана 105-го забрать. Это в нормальной игре, но у нас тут солянка. БТ-42 против БТ-42. Тут уже плевать на эти снаряды, главное первым стрельнуть. Хотя я успел застать время в начале обновления, пока ее не было. Вот там весело, практически каждый выстрел бум хедшот. Главное в гусеницу не попадать, экран все же. Насчет брать его повыше, дело не очень крутое. Да, быстрые, но фугасы пробивают не настолько хорошо для уничтожения в ту же крышу бронированные танки. Некоторые можно, но... Лучше их игнорить и забирать какой-нибудь картон, для ачивки подобен богу. Кумули против брони даже и не пытался использовать. Тут все же не настолько хорошее пробитие. Его, кстати, в ветке исследования переместили к шведской фугаснице, хотя был у финнов, и теперь второй ранг пустой. Наверное, штук добавят. Что, модельки нету что ли?